Салам алейкум. Добрый вечер. Это опять я. Опять со своим телефоном. Ну, злость. Не могу никуда деть. Вчера, российское командование получило информацию, что украинская сторона обращается с просьбой организации коридора для эвакуации женщин, детей и стариков, находящихся в подвалах завода «Азота» с севера Донецка в сторону Лисичанска на территории подконтрольной Украины. Что было, выставили, зеленый коридор. Наши ребята Ахмат, из Луганска, ребята вооруженные силы, И что произошло дальше? Эти сатаны, черти, нацики еще раз показали свое истинное лицо. Они открыли огонь по мирным жителям. Я вас уверяю, заверяю, где бы вы ни были, куда бы вы ни спрятались, все равно мы вас найдем, бандеровцы, нацики, не знаю, шайтаны, чеченоговорящие, называющие себя мусульманами, мы вас найдем, нашли до вас, которые считались крутыми, Некоторых уничтожили, некоторые сами сдались, как курицы, И вас мы найдем, или уничтожим, или пожизненно, посадим, Как так можно поступить так со своим народом, Просто я не могу от злости говорить, и все я напишу, под это видео, Прочитайте, пожалуйста, узнавайте, побольше про этих нациков, шайтанов, Почему? Потому что Украина умирает. Украину убивают западные, европейские страны, НАТО и те государства, которые вокруг НАТО, Одна Россия защищает, Украину и украинский народ, Наш президент защищает, Одумайтесь, возвращайте своих детей, Мобилизация – это что такое? Забирают стариков, женщин, подряд отправляют, на войну. И жалко их убивать, жалко с ними воевать, Мы их отпускаем, когда они бегут, мы их отпускаем, не открываем огонь, по ним, Где вы, Эй, воины, Где вы, натовские войска? Крутые, где вы там легионы, где вы отряды шейх Мансура Дудаева, Ну появитесь, пожалуйста, как вам не стыдно, убивать, стариков, молодежь, это будущее, это настоящая Украина, Пусть восторжествует справедливость. Ахмад, сила, Аллаху Акбар.